от судьбы я поблажек и не ждал. Сан-Франциско, ты мой Сан-Франциско, я впервые тебя увидал. Весь окутанный дымкой тумана, вот сожглись очертания твои. Промежут на краю океана, на краю вроде круглой земли. И повеяло чисто нелегким, безвозвратно в тебя я вплывал. В подсознание мое ярко-броским навсегда ты тогда проникал. Сан-Франциско, ты мой Сан-Франциско, узких улиц неровная гладь, без прошения о личном изыска, растворить в них себя, потерять. Всегда считал Сан-Франциско один из таких красивейших городов мира. И не только красивейших городов мира, но и, скажем так, в Америке этот город имеет свой стержень, свой стиль. И его не спутать ни с одним другим городом. Впрочем, два таких города в Соединенных Штатах, которых я очень люблю, с удовольствием приезжаю в эти города, и у них вот этот свой стержень. Это Вашингтон и Сан-Франциско. Но Вашингтон, правда, на любителя, как бы не все хвалят этот город, но мне он нравится, как и Сан-Франциско. Но самое примечательное, что в этом городе, в Сан-Франциско, это то, что я сейчас вам покажу, которое находится на холме. Сейчас я, кстати, в двух шагах от этого места, которое я вам покажу, и также нахожусь на холме. Я сейчас нахожусь на том месте, в Сан-Франциско, самое высокое место в этом городе, Маунт Дэвидс называется. И я считаю, что это место не только примечательно для жителей этого города, но и в целом для армян, так как, скажем так, в качестве постскриптума к моему предыдущему выпуску, Маунт Дэвидсон и вот этот крест, который у меня за спиной, я бы назвал символом сплочения армянских общин, вообще армянского народа. Дело в том, что в 1923 году этот крест на Маунт Дэвидсон был воздвигнут в память об американцах, погибших в Первую мировую войну. И до начала 90-х годов он так и принадлежал, то есть память погибшим американцам в Первой мировой войне, но переходил иной раз из рук в руки, его даже сжигали атеисты. И в 90-х годах, ну, по легенде, во всяком случае, о котором здесь говорят, здесь есть кварталы, с одной стороны мусульманские, с другой стороны еврейские. Но этот крест, который виден буквально со всех концов города Сан-Франциско, мозолил глаз и евреям, и мусульманам. И в один из дней эту территорию поставили на аукцион. Евреи собрались было выкупить эту территорию, но уж не тут-то было, как говорится. Армяне опередили, выкупили эту территорию вместе с крестом. И с 90-х годов крест посвящен память о геноциде армян Турции 1915 года. И сейчас я вам покажу надпись под этим крестом. И здесь собираются раз в год армяне, чтобы почтить память убиенным армянам в Османской империи. И еще напоследок, пока я еще вне выпусков, давайте сделаем так. Если у кого есть какие-то вопросы, оставляйте их мне в комментариях именно в YouTube, вот под этим выпуском. И я в течение этих последних недель постараюсь на них отвечать. Давайте сделаем так, чтобы не скучать уж. До встречи!